Потому что помидоры классные, смотрите, лежат друг на друге, просто ветки, загруженные плодами. И по 5-7 кистей на каждой ветке, и 3-5 плодов на каждой кисти. А сколько этих веток на кусту, кто его знает? Специально даже не дожидался, пока все повырастает и покраснеет. Вот они растут не по дням, а по часам. Вот сейчас делаю видео, сам просто удивляюсь. Каждый год сажу этот сорт, и каждый год он меня не перестает удивлять. Урожай, ну, как бы ведрами с кустов собираю. Разумеется, знаю, как выращивать, и делюсь секретами на своем канале «Мой счастливый огород». А позже я сделаю еще видео, специально оставлю несколько кустов, не буду убирать. Покажу, сколько помидоров с куста вырастает. Помидорчик этот такой универсальный для консервации. Сок очень вкусный получается. Да и в свежем виде просто объедение. Есть у него, конечно, такой один недостаток, который даже можно назвать преимуществом. Его далеко не повезут. Он хорош для местного рынка, такой ранний вкусный помидор. Этот сорт, конечно, можно выращивать из своих семян, потому что сортовой, не гибрид. И потом я покажу, как правильно собрать семена для хорошего урожая. Друзья, обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал ученого-агронома с огромным опытом. И у вас всегда будут отличные помидоры, да и перцы, да и все овощи.